Ранен был Герасимов, думает не только о своей военной карьере, а вообще о своем существовании как таковым. Антицели реализуются, те, которые Путин ставил своим ультиматумом, но надо время, чтобы перемолоть их войска и нам укрепиться в своих возможностях. А скажите, пожалуйста, а какое стратегическое значение острова Змеиный? Я приветствую всех, кто вместе с нами на Политэк, и сегодня со мной на скайп-связи генерал-лейтенант в отставке, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко. Игорь Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Вооруженные силы Украины остановили и сдерживают широкомасштабное наступление Российской Федерации. Об этом заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов. В районах Харькова и Изюма, на Херсонском и Мелитопольском направлениях враг перешел к обороне. Как вы оцениваете оперативную ситуацию на этих направлениях и что стало ключевым в усилиях по переходу врага к обороне? Стало реализация нашего опыта предварительно в этой войне и в предыдущем году, и подъем потенциала военного, который складывается и в том, что поставили личный состав за счет мобилизации, которая происходит в Украине. А по технике это означает, что зашла современная техника, в первую очередь артиллерийская. Это гаубицы, это системы залпового огня. И начинается, я подчеркиваю это слово, выравнивая возможности по поражению противника. То есть этот процесс начинается, что дало возможность нашим вооруженным силам, генеральному штабу на отдельных направлениях перейти в контратаку. И в частности, вот на севере от Харькова, на северо-востоке, значит, продвигается успешно в сторону границы, медленно, успешно. Я надеюсь, что такая тенденция будет сохраняться, но для этого надо поднимать потенциал наших вооруженных сил. На начало войны потенциал военной вооруженных сил Российской Федерации превышал наш в 3 раза. Треть удалось на треть его понизить в первой операции, и теперь прилагаются колоссальные усилия со стороны вооруженных сил Украины в тяжелейших боях, в проведении оборонительной операции по дальнейшему снижению этого потенциала, значит, уничтожению живой силы и вооружения техники противника, для того, чтобы впоследствии, подготовив стратегические резервы, была бы возможность для вооруженных сил Украины перейти в контрнаступательную операцию. В свою очередь, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорит о том, что вооруженные силы Украины на некоторых участках фронта на Харьковском направлении приблизились к границам Российской Федерации и добавил, что сам факт выхода на границы, оно имеет исключительно символическое значение. Вы также считаете, что это имеет исключительно символическое значение, если же говорить там о каких-то стратегических моментах, то с точки зрения там тактики, стратегии, что это означает? Я бы характеризовал это как военно-политические действия и результаты. Поскольку мы понимаем, что вот взятие Харькова для Путина было вообще сакральным явлением, поскольку это была первая столица Советской Украины, поскольку отсюда начиналась гибридная война 100 лет назад большевиков, которая привела к уничтожению Украинской Народной Республики, независимого украинского государства на то время. Поэтому придавалось особое значение и ставилось соответствующие задачи еще в первой операции. В целом она, блицкриг, был провален. И во второй, значит, не только не удается захватить Харьков, но такого рода действия вооруженных сил Украины позволяет уменьшить градус напряжения в районе Изюма. Известно, что там по двум направлениям, Барвенково и Северодонецк, Славянск, значит, хотят достичь результатов, связанных с оперативными окружениями наших войск в районе ведения операции объединенных сил, что им не удается. И в результате действий в Харькове так называемые асимметричные действия, они вынуждены искать средства
личный состав и вооружение, которые перебрасываются в Харьков. Там до 300 единиц техники, до 500 человек личного состава, но особых резервов у них нет, и так или иначе придется реагировать, потому что с точки зрения военной роли значения они этого понимают и предпринимают соответствующие действия, противники, я имею в виду. Поэтому это, безусловно, позитивные действия, военные с нашей стороны, которые имеют политическое значение. Контрнаступательные действия, которые сейчас наблюдаются в Харьковской области, на ваш взгляд, они могут повлиять на темп и ход этой войны? Они уже влияют, и мельком, почему и как, мы с вами оговорили буквально несколько минут назад. Но это важные элементы, новые элементы, поскольку мы проводим оборонительную операцию, это нанесение контрударов, говорящие о том, что наши войска это могут делать. Нужно просто наличие, не просто, это сложно, конечно, но нужно наличие сил соответствующих, то есть в подготовленном личном составе и в современных вооружениях. Обеспечение наших вооруженных сил вот этим. И идет серьезная работа военно-политического руководства, чтобы накопление и применение такого рода сил привели к военно-политическим результатам. Игорь Александрович, в нашем генеральном штабе утверждают, что российские оккупанты могут совершить попытки взять под контроль территорию Одесской, Николаевской и частично Запорожской областей, а также создать сухопутный коридор к Приднестровью и овладеть Киевом. Сколько еще боеспособных сил, резервов остается у Российской Федерации и не поумерился ли пыл России в этой войне? Потенциал еще есть. И исходя из этого, особенно амбиции, в общем-то, политического руководства, в первую очередь Путина, несколько недель назад ставилась задача во второй наступательной операции по поддержанию сухопутного коридора в Крым, захват территории в границах областей Луганской, Донецкой, Херсонской области, а также пробить сухопутный коридор в Приднестровье. Но уже в выступлении на параде Путин свел все это, уменьшил, так сказать, огласку этих задач снова к границам двух областей. Этим он страхуется, в случае он видит, какая складывается ситуация, и в случае невыполнения этих задач они будут говорить все равно о, значит, победоносной выполнении задач второй наступательной операции, но в рамках вот захвата хотя бы границ, хотя и тут не все так для них просто. Поэтому он сохраняет в пропагандистских целях такой подход, а на самом деле военным своим ставит задачи, и пока есть потенциал, и они его наступательно реализуют, медленно, но реализуют по захвату территории. И на отдельных направлениях ведутся ожесточенные бои, чтобы сорвать выполнение этих задач. Поэтому мы накапливаем силы для того, чтобы сорвать окончательно их наступательную операцию. И с другой силы собрать стратегические свои возможности в живой силе и технике для того, чтобы дальнейшее иметь перспективы освобождения нашей территории от вооруженных сил противника. Игорь Александрович, относительно 9 мая выступления Путина на Красной площади, возможно, вы услышали какие-то вот ключевые месседжи, которые прозвучали из уст российского диктатора, и были определенные ожидания, да, действительно опасения, что Путин может объявить 9 мая войну, там всеобщую мобилизацию, заявить о претензиях на Донецкую область, на Луганскую, и даже объявить об аннексии. Какие-то намеки могли бы прозвучать относительно и ядерного оружия, но это все не прозвучало. И тоже, что стоит отметить, что слово «Украина», «украинцы», «война» и «спецоперация», они ни разу не прозвучали из уст Путина 9 мая. На мой взгляд, по отдельным вторичным признакам, это было выступление руководителя, который начинает осмысливать, что спланированные действия они не реализовались, и поэтому внешнеполитические заявления должны быть такого рода, чтобы потом можно было иметь резерв, оправдаться и выйти из этой сложной ситуации.
Он говорил о том, что он же предупреждал НАТО, они его не услышали, то есть старые пропагандистские подходы. Во-вторых, он великий проанализировал и принял единственное правильное решение о начале этой проведения этой специальной операции, которые должны привести к усилению безопасности. А все остальное это как бы пропагандистское, которое не завершилось. Само представление техники, ну, воздушной компоненты вообще не было. Значит, наземные компоненты парада было уменьшено в два раза. То есть это было, выглядело как в Москве, так и в других городах более блекло, чем в предыдущие времена. И это тоже военно-политически отражало состояние вооруженных сил и позиция политического, военно-политического руководства. Более того, перед этим имели место события, когда они пытались, Путин, дать последние шансы тому же Герасимову, Шойгу и командованию на территории военному своему, на территории Украины, повлиять, изменить ситуацию. Но прилет Герасимова свелся к тому, что нанесли удар наши по пункту управления, где погиб там очередной генерал, ранен был Герасимов. И из-за этой несостоятельности, значит, он еле успел там ретироваться самолетом и был отстранен в итоге. Это уже второй раз за эту войну от своей должности. И теперь думает не только о своей военной карьере, а вообще о своем существовании как таковым. Кроме того, отстранен от должности командующий 1-й танковой армией, ну и так далее. То есть эти кадровые изменения подчеркивают нестабильность власти, подчеркивают их неуверенность и поиски Путина к решению этих вопросов другими путями. Для этого он отстранил ФСБ от разведывательной деятельности и организации агентурной диверсионной деятельности на территории Украины и передал эти функции только ГРУ. А в любом управлении он вообще, Путин, стратегически ошибся, когда, так сказать, слишком долго он у власти и доверился своим разведсредствам, не перепроверяя их, не создавая какую-то конкуренцию, не уточняя. Поэтому была необъективно оценена ситуация в Украине. На основании ее неправильно спланирована первая операция, и поэтому Блицкриг провалился. Из этой необъективной оценки он до сих пор не вышел. То есть неправильно оценил вооруженные силы свои и наши. Неправильно была оценка общества, нашего правительства, президента действий. И, значит, действия стран европейских, мировых, вокруг Украины, которая устояла и показывает пример в этой войне для других. И эти государства сплотили и оказывают им помощь. Значит, он до сих пор, Путин, не уверовал и не разобрался в том, что это не какие-то случайные обстоятельства, а это есть объективное состояние. Значит, он только подошел к тому, но очень не хочет в это верить, и поэтому предпринимает любого рода усилия к тому, чтобы все-таки достичь цели. И вот эти задачи во второй наступательной операции, которые политические и амбиции превышают возможности военные группировки вооруженных сил Российской Федерации, они раньше или позже тоже сработают, а он смириться с этим пока не хочет и не до конца осознает. Это надо будет реализовать нашим вооруженным силам, государству, народу нашему, и он за это поплатится. В утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, хотел бы обратить внимание наших зрителей и слушателей, идется о сводке 12 мая, говорится, что враг хочет перейти в наступление сразу на 5 направлениях. Это речь идет о Донецком направлении, цель удержания сухопутного коридора с Крымом. Но это старая задача и подход. То есть мы с вами оговорили, что сейчас из всех перечисленных перед началом операции публично заявлено только про удержание Донбасса, исконно русской земли. На самом деле задачи остаются, и поэтому он требует от своего военного руководства, чтобы они были реализованы. Поскольку это не удается, отстраняет старое военное руководство от должностей, заводит новое. Кстати, нам тоже выгоден такой подход, потому что это переходные процессы в управлении.
пока новые зайдут, пока как-то будет реализовываться, на все это надо время. И наши должны, руководители военные, использовать в том числе и вот эти вот переходные процессы, которые имеют место в военно-политическом руководстве. Там и Козак политически отстранен, ну, и начальник генерального штаба, командующий армией, многие привлечены к ответственности, ну, ими занимается ФСБ. То есть ФСБ в этой ситуации отстранено от деятельности, там разведывательной, но на самом деле они хотят обвинить во всем военных и проводить соответствующие расследования по действиям высшего руководства вооруженных сил Российской Федерации. То есть ситуация таракани в банке, она благоприятно сказывается на провальности их операции. Но надо время, чтобы перемолоть их войска и нам укрепиться в своих возможностях. На ваш взгляд, а на какой все же силовой блок подразделения сейчас наиболее опирается Путин? В разведной сфере на Главное разведывательное управление Министерства обороны, ну и по вооруженным силам, собственно, другого придумать они не могут, поэтому в этих же вооруженных силах, а в этих же многое говорит о том, что они со старыми подходами, которые вот оказались несостоятельными в первой операции, перешли ко второй, и Дворников со старыми подходами просто смятение с лица земли, все, что есть впереди авиации и артиллерии, и ракетными войсками, значит, тоже пока от такого подхода не ушел, поэтому результатов значительных не достигает. И поэтому у него нет особенно большого выбора у Путина. Он просто произведет смещение старых, заведение новых на высшее руководство вооруженных сил Российской Федерации. Но эти в новые придя, они видят, что в старой системе не очень большие у них возможности. И они это делают с боязнью. Там трудно и далеко до какого-то творческого подхода, и это тоже будет сказываться на качестве проведения с их стороны наступательной операции. Специалисты Института изучения войны утверждают, что армия России может захватить Херсонскую область. Тактическое положение на юге вооруженных сил России, они могут укрепить определенную часть. Речь идет о селах, о двух селах. И также это может позволить открыть путь для наступления на Николаев. Вот как вы оцениваете положение дел на этом участке? И были определенные такие пока что заявления, достаточно неубедительные, о том, что референдум они хотят проводить на территории Херсонской области, ну, с целью присоединения Херсона в качестве там нового субъекта федерации, там, к Российской Федерации. Ну, это старые их хотелки, то есть захватить Херсонскую область в административных границах и то ли создавать новую республику, так называемую, то ли присоединить эти территории формально и обозвать Таврию вместе с Крымом. Но это, так сказать, последствия. Нас должны интересовать в первую очередь военные действия и военные перспективы. Ситуация там непростая, но подходы те же с нашей стороны в проведении оборонительные операции на несколько направлений. Это более сложная задача, но она имеет место. У нас как бы нет другого выбора, и нам надо идти по тому же стратегическому пути. То есть останавливать, перемалывать, собирать резервы и готовиться к дальнейшим действиям. Относительно планов и действий Беларуси, на ваш взгляд, с какой целью Лукашенко распорядился провести внезапную проверку сил реагирования и, по сути, стягивает войска к границам с Украиной? Он по-прежнему маневрирует, чтобы не поставить на себе последнюю точку. Поэтому как-то надо оправдываться перед Путиным, поэтому проводятся такого рода действия. К сожалению, мы вынуждены учитывать непредсказуемые ситуации и на севере, и на направлении Приднестровском, и держать соответствующие группировки войск, которые бы могли отреагировать в случае активизации действий на этом направлении. Но для того, чтобы задействовать на этих направлениях войска, там, где более серьезная ситуация, то есть на восточной оперативной зоне, надо четко проводить разведку и быть уверены, что
дальше маневрирования и угроз дело не пойдет. Хотя на Приднестровском они уже четвертый раз бьют по этому Приднестровскому мосту и, значит, наносятся соответствующие, предлагаются попытки захвата и размещения на Змеином соответствующих вооружений, которые позволяли воздействовать на этом направлении. То есть изучается вопрос все-таки о реализации морской десантной, а и, возможно, воздушной операции там, в районе Бессарабии. Но вот это такая достаточно сложная, непростая ситуация, которую преодолевает наш генеральный штаб, наше военное руководство. А скажите, пожалуйста, а какое стратегическое значение острова Змеиный? С точки зрения вот там земли, которая и какое-то знаковое, да, имеет место и это. Но в первую очередь возможность размещения не столько войск на таком клочке земли, это, в общем-то, может привести только к потере личного состава, что происходит. Но здесь задача средств разведки и управления, размещения средств противовоздушной обороны, то есть размещение вооружений, которые бы позволят контролировать морской район с юга. Ну, во-первых, не давать экономической нашей деятельности, морской деятельности и в воздушном пространстве. Поэтому они пытаются там восстанавливать такого рода возможности, наши их уничтожают. И дай бог, чтобы ситуация на этом острове была аналогичная, как ну, в ряде других мест, Чернобаевка, например, и так далее. Президент и премьер Финляндии официально высказались за вступление Финляндии в Североатлантический альянс. В ближайшие дни официально будет подана уже заявка на вступление. А Дмитрий Медведев отреагировал, что вот этот конфликт, который может состояться между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом, он может привести к ядерной угрозе. И в свою очередь президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, она заявила тоже 12 мая о том, что Российская Федерация, она является, по сути, угрозой мирового порядка. С этим можно согласиться. Урсула фон дер Ляйен – это уже политический деятель не только уровня Германии, а первый их представитель, которая вышла на европейский уровень. Более того, она была министром обороны в Германии, которую при назначении ее неадекватно восприняло высшее руководство вооруженных сил Германии. Однако буквально в течение года она изменила ситуацию в смысле военно-политического обеспечения своих вооруженных сил. И потом, когда через несколько лет она росла дальше политически, выходила на европейский уровень, руководство тех же вооруженных сил Германии ее не выпускали, потому что они посмотрели, насколько она эффективна. Поэтому хрупкая такая женщина, но с достаточной силой воли и опытом военно-политическим, которая смело может отвечать на вот такие заявления бывшего президента Российской Федерации, который сейчас там на десятых ролях, и на ролях, скажем, вместо Жириновского, возможно. Вот. И, ну, все эти угрозы понятны. Путин еще не в том состоянии, когда ему приходилось бы принимать подобного рода решения. Вот. А мы должны в этих условиях делать свое. То есть это еще раз показывает, что те цели, которые ставились Путиным и в ультиматуме его были перед войной, как раз действия многих стран, государств и вообще ситуация как раз складывается таким образом, что цели в этой войне срабатывают противоположные антицели и по расширению НАТО, и ну, известно, как, значит, демилитаризация Украины, денацификация, борьба с геноцидом. Действительно, в Украине имеет место борьба с геноцидом, однако российских вооруженных сил по отношению к нашей нации и к нашему народу. Мощь нашего вооруженных сил усилились, про демилитаризацию и разговоров нет, ну и так далее. Можно пройтись и по целям, которые ставились в Украине, и по международным. Сейчас складывается ситуация, то есть развалить ЕС и НАТО, они сплачиваются. Значит, вопрос там еще по Швеции, может быть, будет решен.
вот, и так далее. То есть антицели реализуются, те, которые Путин ставил своим ультиматум и которые ставил перед операциями первой, ну, второй уже более слабый. Мы все хорошо помним тот ультиматум, который прозвучал в адрес НАТО, откатывайтесь к рубежам 97-го года, то, что говорил заместитель Лаврова, забирайте свои манатки, ну а по сути, скорее всего, летом этого года Североатлантический альянс расширится, и Финляндия, и Швеция, возможно, даже в один день и присоединяться к НАТО. А скажите, как это может повлиять на ход украинско-российской войны? Ну, тут важно, как, может быть, отдельно повлияет на состояние Путина, то есть рушатся его мечты, задачи этого года, а он к своему 70-летнему юбилею хотел сделать себе подарок возрождения Путинского союза, и без Украины это невозможно. 100 лет назад об этом говорили большевики, их лидеры, понимают это и Путин. А тут вот поскребает, может быть, Белоруссию, ну и так называемые, не принял окончательное решение по так называемым республикам. Максимум, что может быть и что вряд ли получится. Поэтому рушатся его мечты, его цели, и наше государство, наш народ сделает все для того, чтобы они разрушились окончательно, и Путин ушел с арены политической и мировой, если не сказать больше. Все мы под Богом и со своей судьбой. И даже Путин. Игорь Александрович, в завершении нашего с вами разговора заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, она заявила, что Украина выиграла первую фазу войны. Руководитель Пентагона, он же министр обороны США, Ллойд Остин, заявил, что началась вторая фаза этой войны. Если же говорить о временных рамках, сколько может длиться эта вторая фаза и высока ли вероятность, что эта фаза станет последней в этой войне? Да, вот это очень важное уточнение с последней фазой войны. То есть я анализирую ситуацию, характеризую это таким образом, что надо разделять задачу перехода к перемирию, то есть несколько недель будет решаться вопрос о возможности остановки агрессора в продвижении и окончательного срыва наступательной операции. И это несколько недель. И потом, конечно, может быть достаточно затяжной сравнительный период, месяцы, на то, чтобы у нас была возможность скапливать резервы, готовить их и переходить к соответствующим действиям, по которым в ходе которых освободить нашу территорию. И только в этих условиях, когда мы будем иметь возможность ее реализации освобождения нашей территории, Путин может перейти к переговорному процессу, то есть с позиции нашей силы, и разговор может идти только о перемирии. Принципиально вопрос мира может сложиться в том случае, когда будет окончательная победа Украины вместе со своими союзниками над этим режимом в России, что приведет к его замене и изменение социальной ситуации по гражданам России, которые сейчас на текущий момент поддерживают своего президента в этой войне на 80%. Ну что же, Игорь Александрович, огромное спасибо вам за ваше мнение, за ваши комментарии. Генерал-лейтенант в отставке, бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко был сегодня вместе с нами на Политех. А также говорю спасибо всем нашим зрителям и слушателям. Всего доброго и до новых встреч. До свидания. Всего доброго.